Здравствуйте, меня зовут Мария, и я графический дизайнер. Сейчас я проживаю в Киеве и недавно закончила обучение в школе Мехенди. Закончила базовый курс и сдала свою итоговую работу. Прежде всего хочу сказать спасибо всем кураторам, преподавателям, основателям этой школы, а также ученикам, которые вместе со мной обучались в потоке. Школа Мехенди – это не просто школа Мехенди, это школа жизни, так как здесь помимо базовых знаний даются также полезные привычки, которые помогают в жизни поддерживать себя в хорошей форме для того, чтобы эффективно обучаться. Сначала свое обучение я начала с основ, мне понравилось, и я продолжила обучение и закончила базовый курс. Мы обучались базовым элементам, и в итоге на основе этих элементов, как изучая алфавит, мы можем составлять слова, стихи писать, произведения, сочинения. Так и из базовых элементов, которые мы изучили, я смогла сделать свой дизайн для итоговой работы. Я очень рада и благодарна, что я попала в эту школу и получила те знания, которых давно мне не хватало. Сама структура школы построена очень эффективно, ежедневная практика, занятия, задания, а также полезные привычки, которые помогут в повседневной жизни. Всем, кто хочет попробовать обучаться в этой школе или уже обучается, желаю успехов. Работайте над собой, развивайтесь, пробуйте, экспериментируйте. Те замечания, которые вам делают, учитывайте, сравнивайте с теми работами, которые у вас были прежде, и вы увидите свой рост, и обязательно все получится. Спасибо еще раз всем основателям, кураторам, ученикам. Я желаю всем успехов, саморазвития и познания себя. Спасибо.